Отличного вам настроения, друзья, на связи с вами Серега, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну и конечно же не забывайте делиться этим видео. За сегодня мы с вами добьем наконец-таки наш шаблон, так что радуйтесь, больше этих уроков уже не будет. Итак, поехали, что нам надо сделать? Сначала мы должны дорисовать низ нашего шаблона, поэтому давайте мы откроем его в фотошопе, сделаем размерчик один к одному. И смотрите, вот как у меня получилось. Я все дорисовал, когда записал вчерашнее занятие. Видите, да? У вас должно, в принципе, получиться что-то похожее. Теперь опускаемся ниже. И первым делом давайте мы перейдем в слои. Так, достоинство блок пока свернем. Здесь создадим новую папочку под названием... Как работает? Давайте. Как работает? Отлично. И вот здесь уже мы начинаем нашу работу непосредственно. Так, я предлагаю долго не мучиться, а прямо с блока достоинства. Так, скачать, точнее стырить фон заголовка и сам заголовок, соответственно. Поэтому делаем копию и перемещаем его вверх в блок, как это дело работает. Так, и теперь мы уже вот это начинаем тянуть вниз. Так, я сразу же выставлю везде в ноль. Так, нолик, вот он. Опять мотаем вниз. Вот наш шаблон приехал сюда. И вверх. Все. Заголовок у нас здесь есть. Давайте посмотрим, как я его там обозвал. Нет у меня времени на выдумывание. Как получить систему. Так, поэтому идем назад в Photoshop. И здесь просто-напросто меняем этот текст. Так. Как получить систему. Все. На этом наши мучения заканчиваются. Давайте теперь мы сделаем следующее. Включим направляющие и начнем их выставлять. То есть у нас направляющая одна будет вот здесь. Так, можно даже ее чуть-чуть пониже опустить. Ой-ой-ой. Или давайте лучше мы чуть-чуть повыше поднимем заголовок, чтобы у нас там все в нули выходило. Дальше, следующая направляющая будет, получается, на 100 пикселей ниже. Вот тут. И теперь давайте мы включим сеточку и опять-таки сделаем 80 пикселей отступ сверху. Так, у нас тут 1220, значит на 300, да? Так, на 300. И смотрите, у нас будут идти круги, я уже посчитал приблизительно размер, 180 на 180 пикселей. Поэтому теперь мы отступаем еще одну направляющую, только уже на 180 пикселей вниз. Это получается 4480. Так, вот она. И теперь еще одну направляющую опускаем уже опять на 80. Это 4560. Так, все. Вот здесь получается наш блок этот заканчивается. И теперь мы давайте подтянем фон. Так, мы сворачиваем, как работает. Работает у меня. Как работает. И ниже открываем вот наш слой 0. Идем редактирование. Трансформирование, масштабирование. Смотрим, где там у нас кончается он. Так, по-моему, это вот здесь. И тянем его вниз. Так, до вот этой направляющей конечной. Все. Так. О, блин. Вот. Отлично. Помещаем все это дело на слои. И теперь мы уже с вами можем рисовать. Давайте мы заведем первый круг, выбираем инструмент эллипс, начинаем рисовать прямо отсюда и сразу же, чтобы был круг, можете зажимать клавишу Shift, тогда будет кружочек. Все, первый круг у нас есть. Так, теперь давайте я отменю сеточку, идем в слои. Так, и вот этот эллипс, кстати, мы перемещаем в блок, как работает, вот сюда. Только его давайте мы поместим в самый верх, вот. Отлично, он у нас есть. Я нажимаю Ctrl-H, чтобы тут уже ничего видно не было. Вызываю окно стиль слоя. Выбираю обводку. Так, обводку мы делаем внутри. Размер 1. Дальше цвет. Так, цвет давайте мы сейчас подберем как раз таки. Ну вот, нормально будет. Жмем ОК. ОК. И если вы сейчас посмотрите, у нас тут идет двойная обводочка такая. Но если честно, я сколько не смотрел, это вот я сделал скриншот сайта, который уже реально сверстан. В фотошопе я так и не придумал, как ее нарисовать. Вот именно на одном эллипсе. Поэтому здесь я пришел к другому выводу, что их надо рисовать другим способом. Итак, мы включаем опять сеточку.
точнее направляющий, и начинаем рисовать. Я зажимаю клавишу Shift, кружок размером 176 пикселей. Все, вот так вот. Теперь мы идем в слои. Здесь правой кнопкой жмем «Скопировать стиль слоя» и вставляем его на эллипс номер 3. «Вклеить стиль слоя». Так, теперь выбираем инструмент перемещения и просто стрелочками давайте мы это отравняем. Все, тут долго мучиться не надо, как видите, получился у нас вот такой кружок. Теперь вот эти два эллипса мы заводим в отдельную группу, на которой назовем давайте шаг 1. Все. Так, в принципе, шаг первый у нас есть. Теперь что? Теперь нам необходимо завести небольшой текстовый слой. Давайте, знаете как, я просто скопирую текст отсюда. Так, и во всех остальных моих кружках он уже будет идти одинаково. Ну и, соответственно, когда верстка сайта, там уже надо будет это менять. Вы подписывайтесь, указав свой e-mail. Так и напишем. Так, выбираем опять наш Photoshop. Здесь я выбираю инструмент текст. Так, давайте я сделаю сеточку, сделаю его приблизительно так, вот так вот. И тут что мы делаем? Идем в символы, выбираем цвет 1.1.1, выбираем шрифт работа Light и размер 18 пикселей. И тут пишем на русском языке. Вы подписываетесь. Так, только давайте знаете, что я сделаю. Нажму покуда так и уберу большой шрифт. Вот так вот. Так, вы подписываетесь. Дальше. Здесь я сделаю перенос, нажимаю Shift Enter. Так, дальше опять Shift Enter, указав свой. И ниже Shift Enter на латинице e-mail. Все. То есть получаем вот такой вот текст. Так, смотрится, в принципе, нормально. Можно будет чуть-чуть поднять его вверх, но сначала давайте мы разместим иконочки. Опять-таки, друзья, иконочки я скачал с того же самого архива иконок, который я вам показывал в прошлом занятии. Ссылку опять-таки дам на его. И опять-таки ссылочка на сами иконки будет у вас идти в комплекте к этим занятиям. В описании под видео уже будет называться Icons 2. И вот списочек иконок. Давайте мы первую иконочку отсюда скоммуниздим. Так, вставим ее вот сюда, поместить нажмем, перетащим. Так, и здесь, в принципе, что я предлагаю? Идем в слои, выбираем иконочку. Так, шаг 1. Все помещаем в шаг 1, во-первых. Шаг 1. Выбираем иконочку, выбираем эллипс и начинаем. Выбираем инструмент перемещения, центрируем по вертикали. Так, прижимаем давайте кверху. Ее. И теперь я просто опущу на 20 пикселей вниз. Только отменю выбор эллипса. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ого, нормально. В принципе, думаю, нормально. Просто мы давайте еще вот текст вот этот тоже поднимем вверх. Вот так вот. Все, в принципе, вот такая штука меня вполне устраивает. Поэтому мы можем теперь делать копии шага первого. Давайте шаг 1 копия поменяем на 2. Так, затем делаем копию вот этих шагов, меняем здесь на 3, здесь мы меняем на 4, и последняя копия четвертого шага, меняем ее соответственно на 5. Все. У нас получается 5 кружочков, и теперь давайте мы их будем перетаскивать. Так, смотрите, я тут в принципе уже все подрасчитал. Получается у нас ширина сайта 1000 пикселей. Так, минус 180 умноженное на 5 это 900. У нас остается в запасе 100 пикселей. Делим на 4, то есть это будет вот 4 расстояния между кружочками. Получаем 25 пикселей расстояния. И плюс сам кружок 180 равняется 205. То есть на 205 вправо каждый раз надо будет отодвигать круг. Давайте мы выберем вот эти все шаги, кроме первого. Инструмент перемещения, и смотрите, я просто перемещаю в бок. О, я, наверное, что-то не так подрасчитал. Ну, давайте попробуем. На 205 пикселей. Так, и вверх. Все. Теперь мы убираем шаг 2, и то же самое делаем, получается, для остальных кружков. Так, 205. Ну, по идее, если я тут все правильно насчитал, у нас должно все получиться. Ну, вот, видите, средний круг стал посерединке. Так, шаг 3 убираем.
Дальше идем опять на 205 пикселей. Так. Ох ты, блин, как же тяжело-то. Вот же зараза. Все. Теперь шаг 4 убираем. И пятый круг на 205. Заодно сразу проверяем. Ну вот, как раз видите, да? Только надо выше его поднять. Ох ты, блин, а! Все, получилось. В итоге мы получаем вот такие 5 кружков. Так, давайте я все это спрячу. Так, видите, да? Итак, иконочки. Иконочки вы уже сами давайте здесь поменяйте. Думаю, сложностей это у вас не вызовет. Я их тоже поменяю сам. И теперь давайте мы начнем рисовать остальное. Так, что у нас там внизу? Идем вверх. Так, смотрим. Внизу у нас, получается, опять идет форма подписки. Ёлки-моталки. Вот она. Так, и такой вот дяпан, да? Ну, дяпана такого, опять-таки, я не нашел. В интернете где-то его скачивал, не помню. Поэтому здесь мы делаем просто копию заголовка H2. Давайте мы сначала, правда, сделаем так, как работает. Потом заведем новую группу. Например, давайте конец назовем. Что мне тут выдумывать? Конец. Или капец можете назвать. Так, выбираем инструмент, как работает, а точнее группу, фонд заголовка, как получить систему. Делаем копию, переносим ее в конец. Так, и вниз ее перемещаем. Так, вниз, по бокам, чтобы осталось 0. Все, вот так вот. Отлично, все замечательно. Только переименовываем в станьте номером один своей жизни. Так. Эй-эй-эй. Ctrl-Z, Escape. Так, это я удаляю. Это текстовый слой. Да ё-моё. Так, да. Давайте, вот как получить систему. Меняем на станьте номером один в своей жизни. Так, не знаю, с ошибками или без я написал. Вроде все нормально. Так, и теперь что мы делаем? Давайте сразу же мы присобачим сюда фон. Так, выбираем инструмент прямоугольник. У нас там просто идет беленький фон. Так. Вот. Идем теперь прямоугольник. Переименовываем фон. Так, чуть что поставить ему белый цвет и помещаем его в конец нашего конца. В конец конца, да? Эпично как-то. Так, все, в принципе, тут у нас все готово. Теперь мы, соответственно, идем в шапочку. Так, как работает, скрываем. Вот наша шапка. Так, давайте мы поднимемся в самый верх. Так, вот она. Идем в слои подписка и смотрим, что у нас тут в подписке. У нас, по-моему, сразу все. Нет. Подписка и низ шапки. Вот эти две группы, получается, мы с вами коммуниздим. Делаем копии. Так. Делаю я все это в уменьшенном варианте. Ctrl-0 давайте. И опускаю их в самый-самый низ. Ой-ой-ой-ой. Так, отмена. Так, подписка и низ шапки давайте я перенесу в конец. Так, вот, и поставлю выше всех. Все. Так, теперь мы это переносим, соответственно, вниз. Только здесь мы что делаем? В бок выставляем в ноль. Так, ой-ой-ой, ой, вот. Отлично. Ну, по горизонтали, точнее, по вертикали мы уже с вами выровняем. Теперь делаем размер 1:1. Идем в самый низ. Так, вот наш блок подписки. И прежде чем мы тут что-то начнем делать, давайте мы перейдем еще в одно место. Так, я тоже подготовил для вас две картиночки. Вот вместо этого дяпана, вот у нас тут есть две картинки такие. То есть, ну, в принципе, можете любого вставить, мне без разницы, что вы тут будете вставлять. Я выберу вот этого пэца. Так, размещаем его здесь. Ох ты, блинский блин. Так, Escape. Давайте мы его откроем тогда в фотошопе. Так вот. И переместим. Переместим на нашу картинку. Вот сюда. Все, ну вот он, наш пэц. Так, теперь давайте мы выберем изображение.
Так, размер холста. Все, притянем кверху. И тут давайте добавим еще 500 пикселей. Потом это уберем. Жмем ОК. Вот наши 500 пикселей. Идем в слои. Так, конец конца. Жмем, выбираем фон. И масштабируем его до самого низа. Так. Вот. Вот так. Что ж, отлично. Так, в принципе, здесь у нас все. Идем опять в этот слой. Так, применить слой. Так, парень у нас вот тут начинается. Так, подписка, копия, низ шапки. Давайте мы это все переместим вверх, повыше. Так. Ну, давайте сделаем здесь половину, чтобы было 40 пикселей. И, в принципе, получаем вот такую картинку. Так, естественно, пацана можно нам пододвинуть чуть поближе. Давайте мы слой выберем. Или наоборот, подальше. В общем, смотрите. Либо вообще можете другую картинку найти. И вот так. Все. Так, и получается у нас с вами вот такой сайт. Только здесь снизу. Давайте мы наш шаблон уменьшим. Так, высота. Ну, давайте на 300... На 350 пикселей давайте сделаем меньше. Так, изображение, размер холста. Выбираем 5540 минус 350. Давайте минус 340 сделаем. Так, получается минус 300, 5200. 5200. Так, кверху все. Жмем ОК. И получаем вот такой сайт. Так, давайте уменьшим, сделаем один к одному. Ну, в принципе, вот мы с вами все и нарисовали. Надеюсь, вам уроки эти понравились. Если есть какие-то вопросы, то, конечно же, кидайте их в комментариях.